Разговор про документирование, вот, он на самом деле довольно большой, а в результате всех этих претрубаций у нас осталось довольно мало времени, вот, так что получится немножко галопом по Европам, но тем не менее получится вполне нормально в смысле того, той базы, которую мы должны знать. Значит, мы с вами уже потихоньку начали разбираться с документированием, потому что мы знаем, что такое docstring, и мы знаем, что такое модуль pdoc. Обратите внимание, что, ну, скажем, если мы создадим какой-нибудь довольно развесистый модуль, который называется в питоне пакет, ну, допустим, да, вот он будет так называться, и, значит, здесь сделаем, собственно, файл, каталог с пакетом, и в этом каталоге с пакетом, ну, определим парочку файлов, чтобы было видно, как они устроены. Значит, для того, чтобы пакет вообще проимпортировался, он должен иметь файл main, кажется, для запуска. Вот. В этом файле main можно даже что-нибудь написать такое. Ну, он, вообще говоря, ни на что не влияет, просто должен существовать. Он может быть даже пустой. Вот. Но это будет означать наличие файла main. Означает, что у нас пакет питоновский, многофайловый. Ну вот мы сделаем многофайловый, сделаем ему core. Вот. Не мешай мне. Core.py. Да. Тут напишем, что ли, что-то типа core.py. Вот так вот, для красоты еще подчеркнем, да? Мы помним, что согласно соответствующему пепу, я уже забыл какому, у нас на самом деле первая строчка это как бы короткая документация, а все остальные длинные. Вот это подчеркивание, не знаю, насколько оно этому пепу соответствует или нет. Возможно, нет, но зачем оно нужно, мы увидим чуть потом. Вот, значит, ну давайте мы что-нибудь напишем здесь такое. Там у нас еще будет файл globals. Вот. Counter какой-нибудь вот такой вот, да, и делим две функции. В первой функции мы просто да, обратите внимание, я использую хинты, это нужно для того, чтобы в документации появилось, что в данной функции параметр строковый, ну еще потому, что там можно будет проверять, но это именно так, это всего лишь хинт. Вот, тем не менее, он есть. Напишем что-то типа такое. Вот. Задокументируем эту функцию. Вот, ну и допишем еще одну функцию. Dev, допустим, count incr int. Обратите внимание, я опять использую хинты. Значит, это означает, что у нас параметр целочисленный, результат целочисленный. Использовать их, как мы помним, не обязательно, но желательно, если мы что-то такое документируем. Вот. И вообще, если мы хотим, чтобы этот код был хорошо читаемый. Ну и здесь напишем документацию. Вот, ну и напить, да, да, значит, мы еще напишем global counter. Плюс равно чему там у нас? Чему-нибудь? Чему-нибудь. Incr
естественно. Да. Ну и возвратим. Вот такая вот мега-функция. Значит, нам осталось только еще сделать globals. Вот, в котором написать, что это globals.py. Вот. Ну и здесь написать counter равняется нулю. А захинтим его. И допустим какой-нибудь там, не знаю, версия. Version равняется. Равняется 0.0. Вот. Я сейчас не буду смотреть, как, допустим, документируются поля, потому что это тоже можно сделать. Ну, просто мне хочется, чтобы все побыстрее заработало. Окей, у меня такое ощущение, что я, наверное, даже могу... Ага. Сейчас давайте подумаем. Наверное, в него надо тест воткнуть. Здесь надо сказать, наверное, так. If name равняется main. Вот. И тут что-нибудь такое... Нет, вызвать hello. Вот, ну, допустим, не знаю. Конечно, неправильно, но... А, даже можно сделать вот так. Вот можно сделать import sys. sys.rgv первое if len от sys.rgv больше единицы. Не здесь, вот здесь. Да. Else. User. Да, потом два раза дернуть count. Как-то так. Смотрите. Все у нас получилось. Давайте еще раз посмотрим на этот уже удивительный код. Значит, вот у нас есть три функции, у нас есть main, у нас есть документация, все у нас есть. А ради чего все это безобразие я сейчас строил? Конечно же, ради того, чтобы запускать PDoc. Ну, можно PDoc, можно Python 3. Python 3-m PDoc. Который нам сейчас выгонит всю документацию от этого нашего пака. Вот. Значит, как видите, ничего, потому что у нас документации от самого мейна нету. А вот тут вот у нас гораздо интереснее штука. Да? Вот. Вся документация, где лежит, какие используются переменные, вот, ну, так дальше. Вот. Ну, обратите внимание также, что PDoc у нас выковырил оттуда аннотации и знает, какого сорта у нас эти самые константы. Такие дела. Значит, использовать вот такого сорта документацию довольно нормально, потому что если вы не собирались ее публиковать, потому что, как мы помним, PDoc не то... Ну, кстати, давайте попробуем core. Что там? Hello. Вот. Можно. Потому что, как вы помните, модуль PDoc умеет не только форматировать эту документацию, но даже запускать встроенный в
встроенный в Python веб-сервер простейший, который эту документацию будет показывать на сайтике. Можем сказать вот так. Давайте посмотрим. Минус P порт. Вот. То есть, если мы скажем вот так вот, например. Вот. У нас вот на этом порту уже запущен сервер. Мы можем даже на него сходить куда-нибудь. Вот. Только он не захотел мне показывать pack.core, но оно там все равно есть, потому что... О, нету. Нету. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот, смотрите. Значит, что у нас получилось? У нас получилось, что с точки зрения PDOC-а этот самый документации не browsable. Непросматриваемая. Почему? Потому что мы не предусмотрели в нашем pack.core, в мейне, в паковском, какие-то ссылки на туда дальше более глубокие модули. Вот. Не знаю, как с этим бороться, кстати. Не посмотрел. Но можно попробовать. Можно попробовать. Так. Останавливаем. Значит, что нам не хватает? Нам не хватает, чтобы у самого паки вот этого была ссылка туда в... В глубину его модулей. Не знаю, как это сделать, честно говоря, не посмотрел. Вот. Ну, давайте проверим, что. У нас же полно модулей, которые так делают. Ну, не знаю там. Ага. Возможно, дело в том, что мы не указали, какие модули являются обязательными при импорте. Вот. Это делается с помощью штуки, которая называется init. Вот. Возможно, дело в этом. Давайте посмотрим. Давайте попробуем, в конце концов, что нам стоит. Что-то мне не нравится это. А, нет. Вот. Bims. Main starter. Data all core globals. А, all core. И globals. Ну вот. Ему как бы хватило этого. В мейне ничего. Это просто main starter. Вот. А тут прям документация, вся картинка, все пирожки. Такие дела. Вот. Значит, еще раз. Если ваша документация настолько внутренняя, что вам, в общем, достаточно того, что делает PDOC, вот он это делает. Но нам с вами этого недостаточно. Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы из той документации, которую мы делаем, можно было выгнать, ну, хотя бы HTML, хотя на самом деле и не HTML тоже. Опять-таки, у меня было запланировано довольно много разговоров про всевозможные средства документирования. Вот. Ну, давайте посмотрим просто на прошлый год, например, да. Doxygen. MKDocs, который генерирует на простейшем каком-то, я забыл, на Markdown генерирует документацию для сайта Read the Docs. Вот. Ну и PDOC, разумеется, тоже. Вот. Ну, PDOC это PDOC, понятно. Мы только что его смотрели. Кстати, я не знаю, умеет ли PDOC генерировать какие-то HTML или что-то. Видимо, нет. Статически.
Он их просматривает и отдает веб-сайт. Вот. Значит. Так. Ну, в общем, тут есть ссылка на Python Wiki, где описываются всевозможные системы документации. Вот. Но факт остается фактом, что на самом деле сейчас подавляющее большинство документаций, причем не только для Python, вообще документации как таковой, нет, уже не подавляющее, потому что есть Markdown для GitHub-чика. Да, то есть очень много документации делается в виде Markdown для GitHub-чика. Это, в общем, довольно простая и удобная штука, если вам нужно просто сделать сайтик. Вот. Но очень много больших кусков документации, которые требуют большого кода и большого описалова, вот, генерятся с помощью такой штуки, которая называется Sphinx. Сейчас я вам ее покажу. Вот, если кто не видел. Вот она. Это мегапроект по порождению, вообще говоря, простых HTML-ных красивых текстов с большим упором на именно документирование техническое. То есть это не просто текст, а текст, в которых красиво размечаются исходники, можно делать кросс-референсы, можно делать, ну, всякие штуки интересные, клаус-браузеры можно делать статически, ну и так дальше. Вот. Ну, в частности, мы попробуем пройтись по самому простому мануальцу. Где-то вот тут вот, по-моему, должен быть. Вот. Пройтись по самому простому мануальцу, который позволит нам создать документацию именно в Sphinx. Вот. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно поставить пакетик, который называется, собственно, модуль, который называется Sphinx. С вашего позволения я его не буду ставить pip install. Вот. И он у меня стоит в системе такой, какой он есть в системе. Почему? Я уже говорил это. Почему иногда имеет смысл ставить питоний пакеты не пипом, а инсталлятором, особенно в случае Linux дистрибутивов, инсталлятором, который из тех пакетов, которые в составе дистрибутива. Потому что в разных дистрибутивах, в разных сообществах может быть договоренность слегка разная о том, где хранить документацию, как ее наименовать, где хранить библиотеки, где хранить то, где хранить все. И универсальные модули, которые про все эти договоренности не знают, разумеется, авторы Сфинкса ничего не знают про то, как в разных Linux дистрибутивах упаковывается документация. Вот. Могут слегка что-то такое нарушать. Ну, например, мы же знаем, что Python, если его собирать по умолчанию, очень любит все класть вообще в user local. User local bin бинарники, user local lib питончик и так далее. Вот. То есть уже здесь начинается отличие от того, как устроено умолчание в самом Python. Ну и вот в некоторых пакетах тоже. Я, кстати, не знаю, насколько можно использовать ванильный Sphinx. Вполне возможно, можно. Надо проверить будет. Вот. Но я, с вашего позволения, воспользуюсь тем, что работает. Значит, тут надо сделать некоторое отступление. Оно прям совсем-совсем отступление от текущей нашей темы. Но это отступление, к которому мы вернемся через две лекции, я думаю. А именно по тому, что такое Makefile. Ой, слушайте, а ответьте мне, пожалуйста, в чатике. Те, кто в группе, вы же уже вроде как третий курс. У вас на втором курсе было введение в Make. Расскажите мне, пожалуйста, про Make. Про Make. То есть на каком уровне про него рассказывать? В принципе, все, кто учился на втором курсе, должны про него немножко знать. Вот. Значит, для тех, кто смотрит это видео, так сказать, без этих самых знаний, давайте я расскажу совсем коротко. Вы потом, значит, это попробуйте где-нибудь добить. Кстати сказать, у меня, кажется, есть видеолекция про Make, такая тоже очень-очень простая, в лекциях моих по C. Вот.
Ага, я понял, спасибо. Значит, пользовались. Пользовались, но это не означает, что вам про него хорошо рассказывали, да? Вот, поэтому давайте сделаем так. Я расскажу некоторую базу, которую, без которой все это тяжело делать. Вот, а дальше мы сходим на сайт учебник. Ну, то есть у меня есть учебник очень простой, сейчас я вам покажу. И у меня есть отдельная лекция, в которой я точно про мейк упоминаю. Я ее тогда в планах сегодняшней лекции, которых сейчас, правда, нету. В планах сегодняшней лекции я ее, эту лекцию про мейк упомяну. Там, правда, про C рассказывается, но я думаю, что это все не так страшно. Значит, что такое мейк? Идея в следующем. Если у вас есть проект, у которого есть исходники, ну, например, на C, и этих исходников много, или исходники в формате какого-то, какой-то вики-разметки, какой-то структурированный текст, который вы хотите превратить в HTML. Неважно, у вас есть исходники, а вам нужно сделать из этих исходников таргеты, то бишь цель ваша. Наверное, есть какой-то транслятор, который транслирует исходник на C в бинарник или исходник в, значит, на языке какой-то разметки. Мы будем использовать язык разметки Restructured Text. Это довольно древний и довольно крутой язык разметки именно в Питоне, придуманный когда-то очень давно для, мне кажется, проекта ZOOP. В свое время он появился, или, по крайней мере, там активно использовался. Вот. Ну и проект Sphinx использует тоже Restructured Text. По нему отдельно будет шпаргалка. Я его целиком, естественно, рассказывать не буду. Есть, конечно, какая-то команда, которая конвертирует текст на C в бинарник, структурированный текст в HTML-ник. Все хорошо. Проблема начинается после двух вещей. Вещь первая. Допустим, у вас ваш бинарник состоит не из одной программы на C, не из одного файла на C, а из двух сотен. Ну, понятно, да, там несколько десятков на одну библиотеку, несколько десятков на другую библиотеку, несколько там десятков на исходники, вот. И вам нужно скомпилировать из вот этих нескольких библиотек и всех остальных файлов один большой бинар. Что вы делаете? Ну, разумеется, вы каждый исходник на C превращаете в объектник .o файл. Вот, потом из некоторых .o файлов формируете, тут надо рисовать, наверное, сейчас я попробую, чем бы таким нарисовать. Ну, давайте так. Вот, у вас есть несколько исходников на C, да, назовем их вот так вот. Да? Ой, хорошо. Вот. И вот из этих вы их должны превратить в объектник на C, да? Ой. Вот так вот. Вот. Так, мне это лень делать. А вот эти вы тоже. Ну, короче, каждый из них нужно превратить вообще в объектник. Это я зря так делаю. Вот. Вот. При этом вот это будут исходные коды библиотек. А вот это будут исходные коды оставшихся файлов. Значит, из этих всех нужно сделать еще будет потом библиотечку одну. Допустим, она статическая, да, допустим. Возможно, она еще и динамическая, но это не важно на самом деле. Из этого другую. А потом мы берем все эти файлы. Вот. И складываем в одну кучу в здесь вот библиотечки тоже.
Ну, короче, вы меня поняли, да? Мне лень сейчас это рисовать. В общем, сейчас я попробую что-нибудь сделать. А, вот, я знаю, что я сделаю. Нет. Ну, короче, ладно. Зря это рисую. Потом, значит, вот так вот я сделаю лучше. И потом все эти файлы 1.o, 2.o, 3.o, либо 1.a, либо 2.a. Все они превращаются в программу. Вот. Значит, смотрите. Вот эти стрелочки, они выполняются с помощью транслятора C. В случае, если, допустим, мы генерируем... Так, про документацию чуть позже. Вот эти стрелочки, они выполняются с помощью так называемого архиватора-библиотекаря R. Вот. А вот эта штука исполняется с помощью компоновки. Вот. Компоновщика. Ну, обычно это тоже компилятор C. Так вот, представьте себе... Да что ж такое-то? Вот. Представьте себе, что таких файлов, как я уже сказал, несколько сотен. Каждый раз, чтобы получить программу PROC, мы не будем хотеть пересобирать все несколько сотен файлов, потом из них собирать несколько там библиотек, а потом все эти библиотеки и все эти пересобранные файлы превращать в PROC. Что нам нужно? Нам нужно построить граф зависимости. Какой сгенерированный файл от какого исходника зависит. Вот, собственно, часть этого графа здесь на экране. Поэтому, когда мы говорим makeproc, да, значит, граф зависимости топологический, то есть что из чего получается. При этом, например, для того, чтобы собрать вот эти файлы на C, на самом деле каждому из них нужен еще и файл, допустим, там ink.h. Он нужен для них, для всех. Да? Если мы изменили файл ink.h, значит, вот эти результат вот этого инклюдник, результат этого кода тоже изменится. Да? Так вот, значит, топологическая. Сначала строится топологическая карта зависимости. Какой файл от какого зависит? Например, файл либо 1.a зависит от вот этих трех объектников, которые в свою очередь зависят от этих трех исходников на оси, ну и от этого самого ink1, который, как мы договорились, нужен всем. Да? Это означает, что и здесь мы строим динамический временной граф зависимости. Что если у нас изменился какой-то исходник по времени, он оказался новее, чем какие-то цели, которые из него получаются, промежуточные, вроде вот этих самых объектников или библиотечек, или финальные, так называемые таргеты. В любом случае, по всей вот этой цепочке, где у нас изменился исходник, нужно перегенерировать промежуточный и конечный таргет. Промежуточные таргеты еще называют генератами, потому что они никому не нужны, их надо удалять. А цели, настоящие таргеты, они остаются, потому что они нужны, мы хотим их сделать. Так вот, когда мы говорим make proc, программа make анализирует makefile, написанный в специальном синтаксисе. Давайте, что ли, я для того, чтобы добить эту тему, этот makefile просто напишу. Вот. Что мы хотим? Мы хотим написать prog. Он от чего зависит? Он зависит от... lib 1a, lib 2a, ну и этих самых, даже я не так сказал, libs, я бы сказал вот так вот, чтобы, да, он зависит от, ой, он это зависит от libs, objs, это B было.
Ну и как его получить? Господи, получить очень просто. Доллар липс. Доллар опшс. Это было все еще B. Минус O. Только наоборот, в обратном порядке, извините. Иначе он будет ругаться. Вот, минус O там, что? Проб. Так. Опшс. Это 1.o, 2.o, 3.o. Вот. Теперь мы пишем, как сделать lib1. lib1.a. Он состоит, он зависит от чего? От 1.o, 2.o. 13.o. Честно говоря, я забыл команду, которая там какой-то r. Трали, вали, вали, вали. Минус o. Либ 1. Я не помню здесь. Извините, забыл. Вот. Такая же фигня с... Либ 2. Вот. Вот. Ну и наконец. И кажется, все. А, да, еще инк1h, но. А, нет, да. Вот. И тут нас подстригает некоторое западло, которое я бы хотел тоже расшифровать. Я не знаю, кстати, используется оно в нашем мейке или нет, но мы все равно до этого дойдем в следующий раз, поэтому давайте. Давайте. Я расскажу об этом сейчас. Это значит, что это нам сэкономит время на той лекции, где мы будем рассказывать про деплоймент. Западно стоит в следующем. У нас, вообще говоря, 8 файлов на C исходных. Мы должны для всех восьмерых написать что-нибудь такого типа. 1.o зависит от ink.h. H. И от 1.si. Вот. И для того, чтобы его собрать, нужно написать что-то типа cc 1.si минус, минус, что там, c, что ли, да? Минус o 1.o. По-моему, минус c, боюсь соврать. Кажется, так. Вот. И так 100 раз. Ну, не 100, в данном случае 8, а на самом деле гораздо больше. Что делать? Мне лень. Поэтому вместо такой штуки я пишу %.o зависит от %.si, ну и ink.h таким образом, что cc. А дальше нам нужно как-то вставить наш исходник и наш таргет. Первый в списке исходных файлов называется вот так. Если мы хотим все исходные файлы, кстати, я это напишу чуть-чуть сверху, то надо написать вот так вот, но это будет потом. Вот. CC вот такое, минус C, минус O, а таргет, цель наша, ну, называется вот так, потому что она похожа на таргет. Да? Это input. Первый, а это таргет. Вот. Значит, вот это и вот это строчки, они похожи. Просто вот этот шаблон, который мы используем. И когда мы задаем такой шаблон, мы можем смело убирать вот эту строчку, потому что теперь наш makefile будет знать, что все файлы, которые заканчиваются на .o, получаются из файлов, которые начинаются на .si, вот, путем вот такой вот операции. Ну и тогда здесь можно написать что-то типа... Вот так вот, да. Все равно там что-то я упустил в этом аре. Сейчас я посмотрю. Может быть, у меня здесь сохранилась команда какая-нибудь. Только не тар, конечно. Ну, нет, не сохранилась. Ладно. Вот. Вот, извините. Значит,
Это почти все, что нам следует знать про Makefile. Дальше там возникают интересные подробности с правилами по умолчанию, с какими-то штуками. В общем, Makefile огромная вещь. Вот. Я грешным делом владею документацией, скажем так, простым учебником по Make. Вот. Вот он. Сейчас найдем. Ruprog. И Lemony Make Doc.txt. Вот он. Значит, это очень-очень древний учебник по Make из документации к очень-очень древнему компьютеру, так называемому BESTA88. А вот, слово 88, да, это год. Вот, значит, да. Значит, для того, чтобы у вас не отъехала крыша при изучении документации по Make, я это самое искренне советую начать, если вы действительно хотите освоить Make, начать изучать его вот с этого учебника. Вот. Если у вас, как бы, вы уже немножко в теме, то вы можете продолжать, естественно, пользуясь любой документацией по Make, которая существует. Например, его собственная документация, она есть. Так, это был такое очень-очень краткое введение в GNU/Make. Вот, ну хорошо, давайте я сделаю ссылку еще на GNU/Make. Вот большая красивая документация по GNU/Make. Одно оглавление, которое занимает много страниц. Вот, она умеет все то же самое и еще дофига гораздо больше всякого. Вот, нам не интересно, но, например, мы можем определять список ключей, которые будут запускаться при компиляторе, вот, а сам компилятор не определяет. Мы можем даже не писать вот эту вот строчку с процентами, она там есть уже предефайнена. Ну да не важно. Так, давайте мы этот makefail подвинем, потому что это неправильный makefail. Вот. Значит, и вернемся к нашим баранам. Где наши бараны? Вот наши бараны. Нет, нет, это не они. Не они. Вот наши бараны. Они говорят, что мы должны запустить командочку Sphinx Quick Start. Значит, ну поскольку я поставил Sphinx из репозитория, то я запущу Sphinx Quick Start 3. Это, значит, программа, которая нам будет разметит все, что нужно для создания документации в Sphinx. Она сейчас будет нам спрашивать всякие интересные вопросы. Значит, вопрос номер один. Вопрос номер один состоит в том, что вот у нас есть какое-то дерево файлов, которые мы считаем нашим проектом. Можно делать так называемый off-source build или in-source build. Off-source build состоит в том, что создается совершенно отдельный от дерева наших проектов каталог, в котором мы собираем там документацию, бинарники, еще что-то. Вот. In-source build состоит в том, что этот каталог, эти документации, бинарники и дополнительные файлы валяются прямо здесь, среди наших других файлов. Поскольку мы с вами используем Git, мы можем не бояться in-source build, потому что всегда можно сказать git clean, и он удалит все файлы, все генераты, которые были нагенерированы, которые мы не добавляли. Вот. Поэтому надо говорить no. Если вы не используете git, а... Смотрите, Владимир, я вам дал его на еще менее базовом уровне, чем у вас было, да? Значит, но я действительно рекомендую прочитать учебник. Вот сейчас давайте его прям вот кину сюда, что ли. Вот. Он, я учился вот по нему. Вот. Он простой по отношению ко всему остальному. Это что касается билда. Ой. Человек взял и удалил свою сообщеньку. Ну хорошо. Значит, я сейчас расскажу, зачем нам make в случае Sphinx.
Вот, поэтому здесь можно сказать, ну, мы не будем разделять. Да, значит, если у вас ситуация такая, что вы хотите сохранить свой исходник вообще в исходный текст в неприкосновенности совсем, то, возможно, имеет смысл действительно разделять, как здесь написано, отдельно каталог source, в котором у вас будет лежать все. В текущем каталоге у вас будет лежать только мусор, и в частности, одним из этих мусором будет под каталог build. Ну, как мы его назовем? Назовем его пэк. Автор я. Язык русский. Вот. Что при этом происходит? При этом сгенерилось три файла, один из которых нам не нужен. Вот. Мне не нужен файл make.bat, разумеется. Вот. И эти, значит, люди, которые делали Sphinx, они рассчитывают на то, что у нас будет в нашем сборочном окружении стоять GNU-make, потому что они сгенерировали make-файл. Давайте на него посмотрим. Что здесь написано? Здесь написано, что если вы не задали никаких дополнительных параметров для Sphinx, то для запуска документации Sphinx Build, то их тоже нету, но если вы их здесь зададите, то они будут передаваться сфинксу. Если мне не изменяет память, это должно называться вот так. Сейчас давайте посмотрим. Да, это у меня, вполне возможно, у вас он будет называться без трешки в конце. Вот, если вы это делаете внутри VirtualEnv, он точно будет называться без трешки в конце. Внутри VirtualEnv все эти троечки не нужны. Вот, значит, исходник здесь. Ну, мне кажется, все. Вот. На 15 минут отстает? Нифига себе. Видимо, позже вошли. Вот. Бывают галлюцинации. Значит, ну так вот. Собственно, все. Давайте мы сейчас, как сказано вот в этой документации, сделаем немножко... Да, значит, конфигурационный файл для сборки документации и индекс. Вот. Этот текст, как мы видим, Vim очень хорошо знает, что это непростой текст. Он написан как раз на языке разметки, который называется Restructured Text. Где-то у меня тут есть Quick Reference по нему. Вот он. Ну, такой язык разметки, вот, все привыкли к Markdown, это не Markdown. Он намного сложнее, чем Markdown, в том смысле, что в нем гораздо больше интересных штук. Вот. Он довольно хорошо приближен к разметке именно исходников. Вот. И он очень сильно расширяемый. Там есть куча-куча разных макросов, дополнительных, которые туда можно напихать и делать с помощью него, ну, всякое. Вот. Ну, точнее, не он расширяемый, движок для него расширяемый. Ну, и сам Restructured Text, разумеется, расширяемый. Вот. Окей. Значит, что при этом по умолчанию происходит? По умолчанию происходит ничего. То есть у нас генерится название проекта, генерится ссылки на несуществующие странички этого проекта, а больше ничего. Мы, наверное, должны добавить вот сюда вот к ток-3 парочку страничек, которые мы собираемся написать. Ну, давайте вот добавим здесь. Ну, допустим, ну, не знаю, там, docpage, ну, и, допустим, another page. Отредактируем эти два docpage. Давайте я буду писать не по-русски, да? Или какая первая?
Мне кажется, это равно не обязано быть шириной во всю эту самую. Там она, кажется, первые три символа, что ли, должны быть равно. Ну, так красивше же. Это просто текст. Или не просто текст. Ну, как-то так, да? Значит, даже можно сделать не так. Можно сделать... Мы же хотим сделать список, да? Мы сделаем вот так вот. Мы сделаем список. Вот. И здесь еще сделаем... Покажем, как продолжать... Вот так вот. Вот. Значит, эта строчка будет продолжена. Обратите внимание, что основная идея языка разметки REST состоит в том, что если пропускать вот такого рода директивы, кстати, наверное, вот так достаточно, пропускать вот такого рода директивы, как вот тут написано, то все остальное совершенно читаемое, красивое и выглядит как просто текст, только не просто текст. Вот. И какой там второй еще? Another page, да? Ну, давайте. Сейчас пытаюсь вспомнить, как где они должны лежать. Ну ладно, картинку положим потом. Давайте прямо сейчас, да. Значит, давайте еще раз посмотрим в makefile. Первым, если мы скажем просто make, будет то же самое, что make help. Вот. А если мы скажем, ну да, он запустит вот такое вот, скажем, make ditch. Что такое make help? Он просто запускает этот самый сфинкс с ключиком. Давайте попробуем. Уберем вот эту вот фигню отсюда и отсюда тоже. И увидим, какую команду он запускает. О! Вот он всего лишь сказал вот так вот. Ну окей, он нам говорит, что мы можем, что сфинкс умеет собирать. Дофигища разных форматов выходных из тех исходников, с которых он делает. Нас интересует банальный HTML, поэтому мы говорим make HTML. Вот. Как видите, мы могли не делать make файла. Ошибка. Сейчас посмотрим. В седьмой строчке ошибка. Inspected indentation. Как мы видите, мы могли не делать make файла. Sphinx нам бы сам зарулил вот такую штуку. Тем не менее, поскольку во всех исходниках, во всех документах по сфинксу написано начните с создания этого конфига, а в нем есть makefile, ну, я им пользуюсь. Хотя действительно можно не пользоваться. Главное это конфиг py. Мы в этот конфиг py сейчас еще заглянем. Так, но у нас тут какая-то фигня происходит, да? В седьмой строчке. Что... Было не так. Потому что надо было все-таки сделать отступ для того, чтобы случился этот самый. Во. Смотрите-ка, у нас уже в build HTML есть какой-то... У нас, значит, что у нас создалось? Смотрите, значит, при этом самом... Когда мы сказали сфинксу make прямо, сфинкс прямо в этом же каталоге, а мы ему сказали не разделять исходники и каталог сборки, прямо в этом же каталоге отложил два каталога templates и static, которые будут нужны для того, чтобы забирать оттуда, ну, соответственно, шаблоны какие-то хитрые и статические файлы, например, картинки. Вот. Создал каталог build. В этом каталоге build у него есть промежуточные каталоги, которые называются doc3. Они нам не интересны. Это промежуточные варианты сборки. И каталог HTML. Обратите внимание, что все это генерат. Это все генерат. Значит, не так.
вот этот каталог build.html – это наш таргет. То, что лежит в этом каталоге, это и есть генерированная документация. Все остальные сопутствующие файлы, которые сгенерил Sphinx, которые лежат, например, в Doctrees, это генераты, которые не нужны никому, и в какой-то момент их надо просто удалять. Вот. Что касается каталогов templates, static и build, то они как раз будут нужны, но, по крайней мере, они используются, ну, по договоренности, они используются для хранения там соответствующих файлов. Ну что, давайте посмотрим. А вот наша документация. Давайте на нее посмотрим. Это первый раздел документации. Вот обратите внимание, форматирование обратными кавычками. Возможно, тут не видно, но этот цвет не синий. В смысле, не такой же, как бэкграунд, он синеватее. Это моноширинный текст. А это вот, да. Так, нету картинки, давайте картинку положим. Положим туда картинку, ну что-нибудь типа... сюда. Сейчас давайте посмотрим, как то картинка. Там все очень просто. Вот. Image и alternative text. Если вы смотрите этот HTML руками, да? Значит, отлично. Значит, я почти правильно написал, кстати. Сейчас мы это дело исправим. Как она называлась? Another page. Image. Статик. Вот так вот. Давайте попробуем. Вот. Он, походу, умеет еще и переводить. Вот. Но у нас переводов нету, и когда у нас будет разговор про перевод, это через лекцию. Я попробую, если хватит времени, подготовиться также и к разговору о том, как подсовывать переводы документации на другие языки. Вот. Там можно это сделать, по крайней мере, частично, но не обещаю, что это сделаю. Хорошо, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. Это PDoc, он нам не нужен. А где он у нас? Где? А вот он. О, вот это наша первая страничка, вот наша вторая страничка, туда приехала картинка. Вот. Таким образом мы можем навоять довольно большой объем текстов, которые в том числе ссылаются друг на друга. Вот. Подробности, пожалуйста, на сайте Сфинкса, там все есть. Ну, вернее так, на сайте с одной стороны Сфинкса, а с другой стороны вот этого самого restructured текста. Да? Значит, как ссылочки делаются, как форматирование. Короче, это такой довольно, как вот видите, таблички красивые, очень, я считаю. Вот. Но, значит, ну, в общем, все что угодно. Даже, видите, индексы с референсами можно делать. Он их потом сгенерит. Я обещал сказать, зачем нужен Makefile. Ну, вы, кажется, понимаете, зачем нужен Makefile. Если у нас огромный проект, из которого мы выбираем и делаем документацию, то, вообще говоря, если мы хотим сгенерировать актуальную документацию, а у нас 100-500 файлов в проекте, то жевать их сфинксом это очень медленно. Я вот тут собирал давеча документацию к PGIM, к новому. Так я вам скажу, что PGIM собирается на нашем сервере сборочном, он довольно толстый, за 40 секунд? Нет, за полторы минуты. Ну, короче, за какие-то минуты. Ну, правда, там 32 потока или в 64, я не помню. В хорошее число потоков. А вот документация с Сфинксом в то же самое число потоков из того же самого PGIM собирается минут 10. Ну, может быть, я как-то ошибся, но порядок примерно такой.
Ну, потому что, ну, представьте себе, вся вот это вот хитромудрое преобразование, построение промежуточных индексов, то, сё, пятое, десятое. Поэтому очень важно, чтобы... ну, понятное дело, что она так собирается с нуля. Да? Когда я собираю пакет, ко мне приезжает чистый сфинкс, безо всяких, вернее, чистые исходники безо всяких генераторов. Вот при наличии генераторов, вот это место, сфинкс проверяет, что уже нагенерировано нормального, а что нагенерировано устаревшего. И так же, как make, это все дело. Вот, значит, я не ответил на вопрос пока что, как совмещать одно с другим, как взять документацию по нашему пакету, и чтобы она приехала в нашу документацию по нашему, ну вот ту, которая генерится сфинксом. Тут надо понимать две вещи. Вещь первая. Сфинкс умеет вынимать докстринги из документации. Он реально умеет это делать. Мало того, что он умеет вынимать докстринги, он еще понимает, что это не просто докстринги, что они относятся к описанию функций, к описанию классов и так дальше, и так дальше. Вот. И специальный модуль string, который, Sphinx, который называется Autodocs, кажется, он как раз именно это и делает. Вот. Это первое. И вторая вещь, которую надо понимать про Sphinx, что вы можете оформлять строки документации не просто обычным текстом, а вот тем самым restructured текстом, чтобы Sphinx потом их форматировал красиво. Вот. Вот такие две вещи можно сделать. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Я сейчас только вспомню, что нужно куда положить. Нужно положить вот такую штуку в extensions. Autodoc. Autodoc. Значит, давайте посмотрим. В config файл. Вот здесь вот. Надо положить в extensions Autodoc. Вот. Теперь он будет самостоятельно строить документацию и указать сфинксу, где лежат модули, которые надо проимпортировать. Это, пожалуй, единственный главный недостаток сфинкса, который состоит в том, что чтобы проделать документацию, он все модули, имеющиеся в вашем каталоге, импортирует из питона. Поэтому, если вы не очень аккуратно написали свой модуль, и он, например, хочет, ну не знаю, при импорте работающего веб-сервера или работающего графического дисплея или еще какой-нибудь такой ерунды, то попытка создать документацию в Sphinx просто обломится. Понимаете, да? Что если у вас при импорте от машины сборочной, на которой вы ничего не запускаете, только собираете, тем более собираете документацию, внезапно начинают требовать, чтобы она показывала картинки, передавал HTML и делал какую-то такую ерунду, то на любой уважающий сборочный сервер, приличный, на котором все это запрещено, разумеется, вам такую штуку сделать не позволят. Вот. Значит, тут надо вот такую фигню раскомментировать, сказать ему, чтобы он, собственно, в текущем каталоге тоже искал модули. Обратите внимание, что Python это делает, а при запуске сфинкса текущий каталог выбрасывается из списка дефолтных каталогов, в котором ищутся модули, на всякий случай. Вот. Ну и что мы можем здесь написать? Мы можем написать что-нибудь типа... Вот здесь вот мы должны написать что-то типа автомодуль, что ли. По-моему, вот так это достаточно. И здесь... Вот это я могу соврать. Давайте посмотрим. Где-то это было тут недалеко. Вот здесь вот. Да, автомодуль и members. Ну, давайте посмотрим, что получится. Ой, нет, не сюда посмотрим. Вот.
Он сказал, что смотрите-ка, мы тут, во-первых, у вас конфиг поменялся, во-вторых, у вас должны быть исходники. Исходники где-то. Ну, давайте посмотрим, что. Появились у нас исходники где-то или не появились? О! Глядите. Появился сам модуль. В нем все, что нужно, лежит. Красиво размеченные. Ну, правда, правда, как видите... А, нет, вот, пожалуйста, даже у него это самое. Приехала строка документации. Вот. Вот это уже как бы красиво. Значит, понятное дело, что это я просто его прям сюда воткнул. Вот. Вы можно, наверное, сделать, чтобы там были ссылки на последующие модули. Вот, честно, сколько у нас времени? 15 минут. Ну, могу попробовать. Я сейчас не смотрел. Вот. Где-то здесь это может быть. Окей. Не буду вас мучить. Значит, документации полным-полно. Вот. Вот, кстати, документация на этот самый автодок. Вот. Обратите внимание, что помимо автодока есть еще автокласс, если вам нужно сделать класс-браузер статический, автоэксепшн, если вам нужно сделать эксепшн-браузер статический, вот тут вот всякие примеры, вот, в случае класса, в случае модуля, кстати, а что тут с модулем? Ну да. Значит, вот. Понятное дело, что мы могли сделать... О, я понял, что можно было сделать. Нужно было сделать вот так. Можно было сделать вместо этого... Нужно вместо этого было сделать вот так вот. Тут двойное двоеточие. Как-то так, да? О, обратите внимание, что он... обратите внимание, что он сделал две вещи интересные. Во-первых, я там указал... Он сказал, что вот этот файл, который вы тут видите, он не включен в общее дерево. Когда мы строили дерево, выяснилось, что вот этот модуль RST ни к селу, ни к городу. А во-вторых, что важно, когда... когда я сказал, что сделай мне help по всему модулю пака, мне Sphinx сказал, чувак, у тебя нету списка тех сабмодулей, которые ты по умолчанию должен включать. Вау. Сейчас давай посмотрим. Тогда это, наверное, делается так. Вот так вот. А нет, здесь написано Core Globals. Вроде все нормально. Непонятно, что ему не нравится вот в этом месте. Давайте посмотрим, что это такое. Вот, благо, время у нас еще немножко есть, а потом я немножко дорасскажу про Sphinx и дальше. Это тикет. Нет, это неинтересно. Я хочу понять, в чем смысл. А, там нужно. Тогда нам нужно самому ему говорить, какие у него members. Ладно, я понял. К сожалению, полный, как я понимаю, полного счастья не наступает. Вы все равно должны часть этой архитектуры, часть этой топологии документации указать вручную. Вот. Ну,
возможно, есть какие-то дополнительные экстеншены, которые умеют это делать сами. Это тоже надо изучать. Так, что мы хотели? Мы хотели вместо этого сказать модулю RStat. Нет. Вот здесь вот вместо автомодуля сказать модуля. Вот так вот. Ну вот, теперь все хорошо. У нас теперь это вынеслось в отдельную страничку. Вот. Модуль Contents со ссылкой на core repo. Интересно, что он мне напишет, если я туда впишу еще и эту самую... Ой, нужно... Ну ладно, хорошо, им нужно, видимо, два говорить. Окей. Так-то будет все работать. А, у него нет содержимого. Вот. Ну окей. В общем, вы меня поняли. А, нет, вот есть. Диагностика. В смысле, диагностика это самое. Как видите, в таком классическом для питона стиле вот здесь вот буковки, на которые начинаются наши модули, если их дохренище. Вот. Ну, короче, вот. Классический для питона, опять-таки, поиск. Вот. Что это за рваная бумажка, непонятно. А может и не рваная бумажка. Ну, короче, вот. Такая вот интересная штука. Буквально из ничего состряпанная. Вот. Значит... Что еще умеет, Sphinx, за исключением того простейшего варианта, который я только что показал? На самом деле он умеет весьма и весьма много. Вот. Где-то я хотел показать такую важную штуку. Может быть, не очень важную, потому что не видел. А, да, вот здесь, да? Значит, поскольку Sphinx это штука для подготовки документации, у нее есть много всяких вещей, которые встречаются именно в документации. Перекрестные ссылки мы с вами видели, например, когда цитата, как оформляется цитата, там можно прямо ссылку на нее поставить. Да? Всевозможные словари, всевозможные эти самые, такие, как это называется, ну, врезки, когда вы делаете в тексте какое-то большое замечание в рамочке. Вот. И, разумеется, разметка языков, разметка текста на языках программирования и кросс-референс внутри них. Ну, в общем, дикая куча всего, да? Это действительно сложный язык, с помощью которого вы можете полностью создать свою документацию, не ходя никуда ни направо, ни налево. И при этом как пользовательскую документацию, так и программную, потому что, как вы видели, он высасывает также докстринги Tor. Вот, значит, то есть я это к чему? Я это к тому, что когда вы делаете документацию на Sphinx, скорее всего, вам не понадобится больше ничего. Да, разумеется, поддерживаются всякие темы. Сейчас давайте, кстати, про темы посмотрим.
интересно насчет тем. Алабастер. Ну, не факт, что она есть, не исключено, что она в отдельном пакете. Вау. Она есть. Как видите, совершенно другая картинка. Правда, она какая-то не очень модная. Да, не очень модная. Предыдущая была какая-то более современная по виду. Но тем не менее, как видите, да, такая штука. Хорошо. Вот. Чему я еще обещал рассказать, я не сказал, у нас еще 5 минут есть на то, чтобы я это сделал. В ваших семестровых проектах должна быть документация. Скорее всего, сделанная с помощью Сфинкса, чтобы далеко не ходить и чтобы как бы у нас информационное поле было общее. Если вы в качестве семестрового проекта сдаете какой-то проект, у которого есть дополнительные смыслы, и там документирование не с помощью Сфинкса, нормально. То есть, если, скажем так, вы там что-то по работе делаете, делаете какой-то по фану проект, и у вас уже не Сфинкс, а что-то другое, окей. Вот. Но, значит, в вашем проекте должно быть хотя бы чуть-чуть документации внутри текста, то есть все докстринги, вот это все. Докстринги у вас будут, потому что print. Вот. И, значит, документация пользовательская. Мы, не помню, говорили или нет, какую-то веб-страничку на вашем GitHub'е, не GitHub'е, тоже надо будет сделать, но об этом чуть позже или в следующий раз. Вот. И я не уверен, что я буду хотеть прямо веб-страничку. Вот. Но документацию, которую можно просмотреть, которую я могу посмотреть, сгенерить надо. Такие вот дела. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. В первую очередь в Телеграмке, потому что... Ну, поскольку я с самого начала сказал, что можно использовать и Flake, и Pylint, используйте Flake. Но докстринги все равно должны быть, из них документация генерится. Вот. Ну, окей, если Flake, делайте Flake. Вот. Я не настаиваю. Flake, он не такой жесткий, это правда. Это был вопрос для семестрового проекта использовать обязательно ли Pylint или можно Flake? Можно Flake? Вот. На какой-то из лекций я расскажу, как это все автоматизировать можно довольно удобно. Хотя, если вы освоите Makefile, можно автоматизировать Makefile. Я не против. Еще вопросы. Что еще можно сказать про документирование? Обратите внимание на то, что... Ага, приехал наконец вопрос. Обратите внимание на то, что аннотации внутри функций, аннотации внутри классов, аннотации полей. Это тоже важная штука для внутреннего документирования. Понимать, что вы имели в виду, если, разумеется, вы имели в виду более или менее ориентированные на определенный тип данных. Ну, например, ваш класс, в нем есть какие-то методы, которые работают только с объектами этого класса. Да? И только с ними. Было бы неплохо это указать в аннотации. Вот. Обратите внимание также на то, что в 3.8 последнем питоне, ну, последний уже 3.9, но в 3.8 питоне появились аннотации, которые ссылаются на еще не описанные типы. То есть look ahead annotation тоже теперь есть. Отвечаю на вопрос про примерные задачи семестрового проекта. К сожалению, у нас две категории. Есть люди, у которых это курс кафедральный, 321 группа.
И у них сдача семестрового проекта, вообще говоря, в зачетную неделю. Ну, то есть не так. Сдача семестрового проекта – это такой экзамен по этому спецкурсу. Вот. Как вы с кафедрой договоритесь, как у вас там все будет происходить, это мне все равно, да? Вы можете понести этот проект когда угодно, вот, показать мне, убедить в том, что он правильно сделан, и получить свою оценку, если кафедра вам разрешит. Вот. Слушайте, а мне, наверное, стоит это написать в чатик, а то это же долго. И все равно это надо написать в чатик. Ну хорошо, я скажу. Для всех остальных, которые не видят чатика, есть еще группы, у которых сессия чуть ли не в апреле планировалась. Вот они должны со мной связаться отдельно, потому что я не знаю, когда вот после всех этих коронавирусов в действительности у них зачетная сессия, и когда им нужно максимум сдавать семестровый проект. В прошлом году это было на майские праздники. То есть вот между первыми и вторыми майскими был крайний срок. Но это не моя была дата, эта дата была назначена факультетом. Вот. Если вдруг внезапно есть люди, которые хотят мне показать семестровый проект, и они вообще не с факультета или не с этого курса, или не хотят спецкурса и так дальше, бога ради, делайте это тоже. Вот. И у вас даты нет никакой. Теперь я, наверное, напишу этот ответ в чате, чтобы было понятно. Вот. И, видимо, стоит заканчивать.